Я доволен, потому что мы последний период тренировались без никаких проблем, в смысле каких травм или что-то так. Очень хорошо команда выглядела на тренировках, это видно и на игре. Только жалко, жалко, очень жалко, потому что в Казани, думаю, люди намного больше любят мужский волейбол, чем женский. Да? Сегодня играли, думаю, одну от лучших, может быть, и лучшую игру в этом сезону. Просто от подачи до блока, приема, до игровки, все функционировало на один очень-очень хороший, не знаю, начин, как сказать на русском. Доволен, конечно, играли очень-очень хорошую игру сегодня, но это только одна игра, должен выиграть еще одну, чтобы вышли в полуфинал. В первой партии, прежде всего, опять же, прием, ну, вообще по всей игре. Вот. Единственное, в первой партии можно было побороться, но, опять же, ошибки свои тоже опять не дали. Ну, а вторая, третья, просто не принять, не забить, то есть очень-очень сложно. Ну, и плюс, в принципе, Казань сыграла, наверное, одну из своих лучших игр в сезоне. У нас сегодня вообще ничего не получилось. Мы допустили максимум, наверное, своих ошибок. Команда Казани очень хорошо сыграла на блоке против нас. Вот. В приеме тоже они хорошо сыграли, что нам, соответственно, сложно было по сетке что-либо сделать. Но они сегодня очень чисто сыграли, так что к ним претензий, в принципе, нету. Это все дело в нас самих. Между собой будем разбираться. Да, сегодня действительно хорошая игра была, мы выполнили хорошо все технические элементы, были настроены очень хорошо. Я думаю, что это хорошая была игра и надеюсь, что дальнейшие игры мы не будем расслабляться. Знаете, если бы это все было так легко, все бы играли идеально. Наверное, самонастрой главное и исполнение элементов, меньше допускать своих ошибок.